Подмосковье. Мы ищем проститутку на ресепшене. А у нас в гостях на радио Крик Подмосковья Эдуард Суровый. Ёбаные пидорасы, блядь, я ваш рот, я сигналь. А что, блядь? Ебаньку ты, ёбаная, блядь. Вообще пиздец. Ну ладно, до вторника. Ложимся с вами. Да, в секундном зале. О, да, и не ожидалось, и ожидается. Мы будем встречать во втором часе представительниц организации «Дорога в Добра». Вот, да, и зайти в нашу студию. Но, кстати, есть немножко для того, чтобы новости обсудить. Скажи, почему они не зашли? И с российским капиталом сейчас растет на территории нашей державы. Так, справа сиди. Ебать. Також Україна припиняє переміщення вантажів через лінію зіткнення. Двиг, блядь,